Ороситель «Пульсирующий люкс» из серии Ideal Line – это профессиональный пульсирующий ороситель на основе булавки с дополнительными плечами, которые обеспечивают максимальную устойчивость. Ступенчатая регулировка сектора полива от 20 градусов через 90, 180 и 270 до 360 градусов позволяет орошение всей или части окружности. Чтобы покрыть системой автоматического полива часть круга, необходимо железный переключатель оставить в положении вниз. Он должен находиться между фланцами. Чтобы установить требуемую часть окружности, необходимо повернуть верхний и нижний воротник до достижения соответствующего значения. Чтобы покрыть площадь полной окружности, проведите железный переключатель в положение вверх. Если мы хотим установить расстояние покрытия орошения, необходимо повернуть дефлектор вверх или вниз, чтобы установить расстояние выброса воды. Дождеватель люкс в состоянии полить площадь до 530 квадратных метров. При давлении воды, равном 2 бар, диаметр полива составляет 21 метр, что составляет 345 квадратных метров. Расход воды составляет в этом случае 11 литров в минуту. А при давлении воды, равном 4 бар, диаметр полива составляет 26 метров, что составляет 530 квадратных метров. В этом случае расход воды составляет 17 литров в минуту. Дождеватель имеет возможность полива при отсутствии тумана или струи. Чтобы это установить, необходимо разрезать поток воды, вращая болт диффузора по часовой стрелке. Затем мы можем настроить функцию распыления через затяжку или ослабление болта. Конструкция устройства позволяет последовательное подключение большего количества дождевателей.